Турнир по волейболу в канун Дня защитника Отечества традиционный. Он проводится в Ледовом дворце с момента его существования. В этот раз в турнире приняли участие 4 команды из Плотникова, поселка Нового, Промышленной и команда Ледового дворца. Символично, что в составе команд играют в основном девушки. В этом виде спорта важны скорость, реакция, сила, меткость и сплоченность команды. На данный момент на базе Ледового дворца у нас есть отделение волейбола. Прекрасный тренер Лемеш Александра Александровна. На данный момент у нее числится около 60 спортсменов. Она очень развивает этот спорт, она ходит в школы, приглашает ребят, чтобы они занимались активно спортом. На данный момент она набирает ребятишек 9-10 лет. Так что приходите к Александре Александровне, она научит вас обращаться с мячом, активно проводить время и заниматься спортом. По результатам прошедших игр третье место заняла команда Ледового дворца. На втором месте команда Промышленной. Победителем стала команда поселка Новый. Мария Силантьева, Павел Жолтиков, Ленинск ТВ.